мы потеряли Табрук. Но моя работа привлекла внимание британской разведки. Они следят за генералом Францем Валеном, безжалостным протеже Гитлера, который был направлен в Африку с неизвестным заданием. Их агент в окружении Валена молчит, и они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения – оазис Габерун, транспортный узел оси. Через него проходят отряды разведчиков и шпионы. Мой союзник – темнота. В этом районе несколько офицеров, отсюда я и начну поиски. Вокруг озера несколько холмов, как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь, он оставил след. И я его найду. Отлично подойдет, чтобы скрыть звук выстрела. Отлично подойдет, чтобы скрыть звук выстрела. В этом месте лучше достать бинокль.
Was war? Нужно обыскать этот труп. Wer ist da? Alles in Ordnung.
Похоже, опасная бочка. Похоже, опасная бочка. Thank you.
Нужно поставить ловушку, чтобы прикрыть спину. Нужно быть осторожным. Офицеры внимательнее подчиненных.
Ich wurde getroffen. Woher kommt das?
убрать оператора прожектора. Лучше уйти. Thank you.
ganze Gebiet. Er muss ganz in der Nähe sein. Da ist er! Durchkämmt das ganze Gebiet. Woher kommt das? Нужно убрать с дороги трупы.
wachsam bleiben. Er ist hier irgendwo. Meldung von der Tür. Ich kann nichts erkennen. Убрать с дороги трупы. Was war das? Da ist niemand. Restate vigili. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Meldung unnötig. Continuate così, Juan. Thank you.
Date informazione! State vigili! Niente da riferire. Лучше спрятаться. Нужно убрать с дороги трупы. Cos'è stato? Niente da riferire. State allerta. Уничтожив эти грузовики, я перережу линии. Così, uomini!
vigili! Meldung. Was war das? Da hinten! Feindlich! Уничтожив эти грузовики, я перережу линии сражения.